Сегодня я буду рассказывать вам сказки. Первая моя сказка про девочку, которая любила все делать сама. А еще была очень-очень забывчивая. Алло, Танюк, слушай, я тут пришла к тебе, не могу, у меня бывшая работа, не могу войти. Кроме... Алло, Тань. Алло, Маш, слышишь меня, нет? Алло, Маш, я тебя не слышу. Тань, открой мне, пожалуйста, мне очень страшно, открой. Алло, Таня.